Это, пошла мазафака. Это тот самый знаменитый Сергей Мансуров. Мансуров, да, 18 скиев сегодня. И вот пошла маза. Он с 15 раз должен забить вот этот беленький в Тулузу от трех бортов. 30. А я сколько сказал? 15. Ну ладно, с 30. Пошло. Серый, давай. Только ты настройся. Серый в дупло пьяный уже. Или в дупель. О, смотрите. Так, ну рядом, кстати. Так, кстати, опа, катится, не задел. Слушай, за это нету штрафной попытки? А там без разницы, сколько бортов он занимает, главное подбить. Давай, пошло. Да, я согласен. Это прямой эфир? Это первое. Это прямой эфир. Это, ребята, прямой эфир из клуба Cowboys, город Кропоткин. Так. Опа. Так, желтенький катится. Так, два раза не попал. Можно забирать. Да. Нет, ты можешь забирать, даже не останавливаться он когда. Что, у вас правило когда не остановится, да? Так, Сергей, давай. Я что-то не чувствую угла отскока. Сергей, сосредоточься. Сергей, а может тебе надо еще вискарика дергануть? Ну, если ты угощаешь, давай. Нет, Саша угощает. Там кактус есть, да. Так, угол отскока, так, опять не то. Давай, ребята, я зайду подальше и фокус. Да. Слушай, Сережа, ты на 3-1,5 минуты потратил, на 3. Если у меня не хватит зарядки. Вот, нормально. Вот, сейчас нормально. Катимся. Опа, вот это попадос. Как оттуда с борта его достать, я не знаю. Так, 4, Сережа, 4. 4, 5, мимо, я уже вижу, боже, хватает шар, 5, давай быстрее, да, 6, 6 попытка пошла, 6, в шар, попал, о, 2 раза, 2 чака, это штраф, так, 6, да, было? Да. Ребят, считайте, пожалуйста, я пьяный. Все, я буду считать. Смотри, 7 попытка, губа. Не, задел от борта. Не, заденет. Задел. Да ладно, а сейчас губу надо попасть, чтобы попасть, смотри, прикинь. Так, 7, да? Ну, сейчас будет от борта попадать и к лузе прикатить. Не, смотри, сосредоточился. Уже все, не пьяный. 8. Молодец. Половинку Далее, просим. Оп. О, мне кажется, он нас сам хочет. У нас денег нажить, а? Да. Так, 8, 9. Мимо. Не, сейчас там мимо. С 30. В лузу забить там. 9, да. Так, что делать, Дяха? Что делать-то? Ну я же не знаю, что. Ну вези свой кий и бабки. Мимо. 10. Ну не, ну 20 мало. Да, я же мы говорю, 35 точно сговорились, а 40 я буду. Говорит, мой кий 70, твой 40, 35 доплатишь, разойдемся. Я плохо, неправильно посчитал? Блин. Слушай, 11. Я бухаю просто. Давай завтра, ну, по трезвяне поговорим. Че ты? Я, понимаешь, я приехал в крутой город Кропоткин. Мне так, если нравится. Еще знаешь, какая ситуация? Тут такая жара у вас лютая. 30 с лишним градусов. Я такого не видел давно уже. Так. 13. Нет, 13 будет. 13 уже был? Нет. Да. Пусть будет 13. Ладно, давай. Что-то вы, мне кажется, обманываете меня, ребят. Вот сейчас хорошо попал. Ой, вообще великолепно. Смотрите, какой удар. А чего великолепного-то? Ну а как сейчас туда попасть-то? Так, Сереж, сосредоточься. Так, раз, два, три, казачок. Ну, мне силы не хватает. Налейте ему виски еще, пожалуйста. Сейчас пойдем. А, сейчас? 15. Уже 15. Они неправильно считают, я считаю правильно, 15. Да. Так, ребята, вы если что там потом подтвердите, которые смотрите видео, что уже 15 ударов сидел. Так, смотри. А зачем ты спрашиваешь про удары, если ты не попадаешь в шара? Если ты мимо даешь, блядь, а я смотри, я снимаю как косой тоже. 17-й. Ну это слабо, ну ты что? Не, нормально. Он не докатит до шара, вы что? Он докатит? Слушай, а там миллиардист или кто? Саш, там не надо докатывать, там надо подкатить. Так он 18. Не докатывает до шара. Что, когда? 18-й. Экватор прошел ты уже. Так, дальше, следующий. Не, подожди, вдруг заденет. Да не заденет. Так, 19. Ну, давай будем считать не так. 18.
Сейчас 19-е просто бьет. Мы говорим, 19. Так, Сережа, сосредоточься. Уже 5 минут бьешь. 5 минут. Так. Не, сейчас смотри, в обратную сторону его убитого. Он заденет, но от борта. Неужели не видит, что не задевает шара? Кто не видит? 19. Причем зрители будут какой-то в логике. Так, 20-й попытка. Пошел. Должен задеть шара. Должен задеть. Но... Нет, не задел. Так. Да. 10 ударов осталось. 19. Нет, сейчас 20-й. Не, был 20-й. Сейчас. А, 20-й, да? Да. Так, 21-й. Слушай, я уже с вами тоже, блин. Я. Ой-ой-ой. Да-да. Ай-яй-яй! Сережа, молодец! Нет, ну а сейчас невозможно попасть, мне кажется. Давай. 40 попыток. Еще 8 осталось. 22. Нет. Ладно, 21, да. Я слежу. Не, левый. Сережа левый, да. 22. Такой я тоже забью. Не, не забьешь. За 8 попыток я. Не, не забьешь. Ну а как забить-то? Смотри, он сейчас не забьет, прикольно будет, да? Забьет. Да не забьет. Смотри, он сейчас будет рядышком. Молодец, Сережа! Так, ребята, поаплодируем мастеру бильярда. За 23 попытки он все-таки смог это сделать. Так, Сергей, получите ваши бабки. Деньги, дайте мне деньги. Так, вот она, сама процедура передачи. Спасибо. О, так, а мне пиво принеси. Благодарствую. Да, не за что.